Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярикан, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Cackle Ancient Seal. Сегодня мы планировали с вами пройти вот этот островочек, и по идее мне хотелось бы очень добраться до вот этого задания, до вот этой локации. Не знаю, будем стараться максимально быстро, но я так понимаю, нам сейчас что нужно будет сделать? Этот мы оставим, может, даже на потом, часть острова, пробежим. По этой стороне, я надеюсь, здесь есть проход, и мы сразу попадем в туманные облака. Конец реки, задача. Окей, побежали. Блин, видос, вид просто офигеннейший. Запах от реки усиливается, должно быть, что-то случилось выше по течению. Да, насрал кто-то. Стойте, наконец, вам здесь не место. Ох, это вы. Впереди нас кишат злые силы. Там ждет вас только беда. Убедитесь, убирайтесь отсюда. Или вы заплатите за свое упрямство. Пошла вон. Все нормально, мы сейчас все сделаем. Мы уже прокачанные игроки. Мы знаем, как тут бороться с нечистью. Будешь нам тут... О, сколько тут рисиков. Да тут же немереное количество ресурсов. Обалдеть, обалдеть. Вы посмотрите, что здесь творится. Что они здесь наделали? Вон, я вижу вдалеке. А ну-ка, хрюшка наша, помоги. А, это кабан. Вот, стоп. Да, все, разбили. Нормально. Камень разбили, драгоценный. Так, ну что, решаем головоломку. 18 ходов. Так. Но я думаю, нам лучше передвигать сейчас все в левую сторону. Три. Есть. Все, и два хода у нас здесь остается, отлично. Все быстренько было решено. Остров упавших лепестков. Теперь это выглядит активным. Да ты что, малыш? Так, осматриваемся, чтобы нигде не пропустить драгоценные камни. Обалдеть, какое оно огромное, это дерево. Оно реально огромнейшее. Очень красивое. Очень классное. Так. Нам надо все исследовать обязательно. Так, здесь, если не ошибаюсь, внизу мы с вами уже были. Здесь ничего интересного не было. Ух ты, сучка. А, подбежала еще твоя подружаня. Ну как, нормально? Борцы за свободу. Сейчас напишут здесь глубоко. Да? Нет. Блин, ну я думаю, все равно где-то здесь будет написано. Ладно, нам все равно сюда не надо. Мы же собирались на остров, но наверх подняться. Давайте подниматься наверх. Привет, кабан. Подожди.
Мне нужна твоя энергия. Мне нужны твои очки. О, я вижу еще один. Сейчас толстого залепим. Да пока твой патрон долетит. Опс. Мы уже с вами все порешаем. Все, вот видите. Сейчас этот развалим. Прям под музончик такой, ох. А мы-то наверху. Сейчас как вкинут в нас гадость какую-то, то будем долго падать вниз. Бросают, бросают. Ты посмотри, какие устойчивые. Пузов, 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 пузов. Ладно. А, в пещеру зайти. Ну давайте попробуем зайдем. Обязательно забираем все драгоценные камни. А, то кабан ходит там дальше. Не знаю, что у нас получится с вами. Может быть и пройдем относительно с первого раза. Будем смотреть. Да, я смотрю, здесь много интересных вещей. Два. Водичка, водичка. А я на что-то наступил, что это может означать, не знаю. Ладно, побежали в любом случае. Ага. Раз. Средний. А, прыгаем. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Супер. Отлично. Я так понимаю, чем дальше, тем их будет больше, наверное, да? Или что? Огненную хрюшу, чтобы решить головоломку. Огненная — это вторая. Да, сгорела. Я не увидел, что там было. Ну? Вы серьезно? Мы решили? Да. Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Ой, как мне это нравится. Два сундучка.
Ну, просто замечательно. Давай, ждем лифт. И у нас впереди еще третий. Ожидает нас. Оп. А, так, как же тут передвигаться сейчас надо будет? Раз, два, три, четыре. Вот это я запутался. Увидел только эту. Раз, два, три. Жесть. Это просто жесть. Я просто, честно говоря, не ожидал, что они так передвинутся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, давай запоминать. Сейчас будем пытаться, по крайней мере. Дальняя. Ближняя. Все, я увидел. Это и это. Лифт. Мне нужен передвижной состав. Да, мой сундук. Блин, если бы я на шипы не попал, конечно, если бы я не натупил, то мы, в принципе, уже с первого раза бы и прошли бы с вами. Ну, да ладно. Второй раз это ничего страшного, это нормас. Оу. Нормально рейсов дали, да? 12, 10, 150. Тоже неплохо. Давай, быстрее, полетели. Так, полетели быстрее. Так, ладно, я так понимаю, здесь мы немножко разобрались, да? Итого, что у нас получается по карте? По карте нам нужно сейчас держаться правее. Блин, ну я вам уже надавал люлей. Смысл с вами драться еще раз? Так, ладно, здесь мы все решили. Здесь все отлично. Смотрим драгоценности. А драгоценностей-то и нет. Мне почему-то казалось, что их здесь достаточное количество. Так, грибы и прочая ерунда нам не нужна. У нас их и так сильно много. Ух ты! А кто там сзади? Ну ты борзый, чувак. Так, на дереве ничего нет. Но я думаю, внизу здесь тоже ничего нет. Поэтому испытывать судьбу прыгать, я думаю, не стоит. Да что с вами такое? Сколько ж вам надо объяснять, что вы мне не интересны? Ага, здесь какой-то орнамент есть. Скорее всего, это этот рисунок и обозначал этот сундук. Хотя, может быть, где-то еще другой сундук более ценный находится здесь. Но это не точно. Так, ладно, бежим дальше. Бежим дальше, я так понимаю, нам надо на ту сторону. Или на ту.
Давайте посмотрим на как... О-о-о-о, да мы вообще не в той стороне. Так, ладно, давайте пробежимся, посмотрим драгоценные камни. А, драгоценностей нет. Здесь тоже нет. Здесь нет и здесь нет, да? Как-то все по-бедненькому. Ладно, окей, я понял. Значит, поднимаемся наверх. Давай, стамину подняли. Ух ты! Так, здесь все пусто. А, я вообще нормально сюда спрыгнул или я сейчас утону? Да нет, вроде бы жить будем. Опа, здесь какой-то сундук по-любому. Кабан, кабан, кабан. Да, сундук. Отличненько. Да мы еще неплохо спустились. А чего вы швыряете в меня? Я вам что-то плохое сделал, я не понял, пацаны. Friendly fire. Но кто следующий? Подходи ближе, чтоб в пузо попадал. Все, видишь, минусанули всех. И побежали домой. Так, этих мы пока не трогаем. Сюда мы еще вернемся. Я смотрю, там есть какой-то какой-то лагерь. Вот там вдали. Сюда мы еще вернемся. Ух ты, блядь, как вы задолбали этими капканами. Сволочи. Вот этих зеленых я вообще просто ненавижу. С этими нормально, можно разбираться. Если не промахиваться. Опа! А как это он взорвался? Никогда такого не видел. Ну, честно говоря, это я впервые увидел такую шнягу. Кстати, мы можем сейчас телепорт активировать. Опс. Все, иди отдыхай. Иди отдыхай. Блять, капканы, капканы, капканы. Капец, их тут много. Все, сбили. Ты посмотри-ка. Так, грибы, осколки, все пособирали, все отлично. Убегаем, убегаем, убегаем. Хрустальная башня. Бегут за мной саламандры или нет? Да, вот сучка бежит одна. Да не, дорогая. Ты уже просто так не уйдешь. Я тебя добью. Ты отдашь мне свои ресурсы. Так, 14, 14 передвижений. 14 передвижений. А это мы двигаем сюда.
Ну все, элементарно. Окей. Кстати, смотрите, впереди там осколок. Осколок забираем по-любому. Все еще одно не хватает. Да, окей, найдем сейчас. Все в порядке. Я не знаю, сколько мне... Куда мне столько ресурсов, такое количество. Так, пасхалочки здесь никакой нет. Нет, здесь глубоко. Не пойдем. Я думаю, надо захилиться. На другой стороне тоже, наверное, что-то будет интересное спрятано. Этих полудурков минусанули. Ну, попади ты. Так, или стоп, мы же сюда не договаривались с вами эти. Да, здесь целая, я так понимаю, частичка территории какой-то будет. Мы ее пройдем немножко позже. Нам сейчас главное добраться до сюда. Все, бежим. Есть поставленная цель, надо ее выполнить. Все. Все остальное ерунда. Да-да-да-да-да-да-да, ерунда. А чё, капканы опять восстановились? Так, сюда ж, правильно? Да, да, сюда. Ну, бежим, смотрим. Чекаем территорию. Угу. Что-то мне вот эта большая территория... внушает подозрения, особенно вот эти трупы, разваленные здесь. Как-то вообще неинтересно. Здесь есть выход на другую сторону? Отсюда можно будет убежать. Ну, убегают-то слабо. А что это за ерунда? А, мы же на той стороне так и не были с вами. А ну-ка, Хрюша, полети, посмотри. Сундук с бонусами. Ладно, все, вернемся потом. Давайте, в первую очередь, миссия. Похоже, лагерь пал. Давай будем драться. Давай будем драться. Еще. Да вы серьезно? Вы мне что там, спинку решили почухать? Кто еще? Вот не ощущаю вас совсем. Опа, помощник прилетел. Или помощница. Как в Матрице. Если вы не хотите с там отнести, следуйте за мною. Да ладно, мы бы там нормально, сейчас бы развалили бы всех. Ой, короче, все понятно. Я не знаю, алло, тетя, ты куда делась?
Вот нормальные люди, да, вот приходят и уходят, не здравствуйте, не до свидания. Ладно, мы здесь видели сундук. Мы здесь видели сундук. Приближается группа. Да это вообще такое ни о чем. Ну все, последнее, давай. Открывайся, сундучок. Нашли, на кого нападать. Мне массаж сильнее делают. Подсолнух мы нашли маску. Прикольно. Сейчас, кстати, можно будет посмотреть, что это за тема с подсолнухом. Вот с этой стороны меня интересует, будет что-то или нет. Или здесь уже глубокое море? Да, здесь уже глубокое море пошло. Угу, не будем испытывать судьбу. Так, ну давайте посмотрим, что у нас там за маска дали нам. Благословение. Эффект от любого восстановления здоровья и выносливости увеличивается на 100%. Снижает расход выносливости. А мы не уклоняемся. Давайте будем в маске бегать. Как чудовище какое-то. Так, хорошо. Миссию мы там, я так понимаю, какую-то там выполнили. Что-то там мы там сделали. Ага, нам сюда на телепорт надо. И вот теперь, скорее всего, нас ведут к Саламандре туда. Ну все, побежали. Раз такое дело. Единственное, я бы, наверное, хотел бы все-таки вот здесь осмотреться. Чтобы сюда уже потом никогда не возвращаться. Ну, стоп, сундук есть. Как-то драгоценностей нет. Ну, в принципе, для тебя, Андрюха, наверное, уже сундук обычный, это не драгоценности, да? Молодец, молодец. Так, реку мы не перейдем здесь. Нам придется искать где-то брод. Нам где-то придется вот здесь вот перебираться. А, ну и кстати... В смысле? А я что, с первого раза не заметил вот эту штуку? Осколок? Фрагмент? О май гад. Да ты внимательность сама. Так, восстанавливаем хпулечку, восстанавливаем стаминку. И бежим. О, не-не-не-не, я понял. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Маленький, ты чё так возбудился? Сейчас я тебе помогу успокоиться.
Так, я вижу, здесь есть лагерь. Но там есть дорога в обход еще. Она как бы тоже очень интересная. Я бы хотел бы, наверное, все-таки здесь еще побывать. Давайте, наверное, сбегаем. Я думаю, мы там что-то найдем очень интересное. Ну, что-то мне так подсказывает. Помимо люлей. Кстати, здесь есть какая-то лазейка. Но она пока не для нас. Забраться. Блять, капканы гребаные, как вы задрали. Понаставляют, люки подкрывают. Да, бегите, бегите. Вот я вас тут и ждал. Кто там? Кабанчик потерялся. Ты забыл, где ты должен был находиться. На жаркое пошел. Что ты там на горе ходишь, красавчик? Спускайся вниз. А, вы вдвоем сразу, да? Спускаетесь. Окей. Жду вас. Ну вот и отлично, и немножко ресурсов у нас подсобиралось. А, то кабан. Кабанопок. Кстати, здесь есть сундук. И он, скорее всего, наверху. А там еще и золотой, скорее всего, есть сундук. А, так, восстанавливаемся. Готовим еду. А мне очень интересно еще все-таки посмотреть, что таилось в той пещере. В той пещере, с которой нас вытащила вот эта тетка. Там, где она говорила, что... Блин, там опасно тебе находиться. Пошел вон. Так, смотрите, здесь золотой кабан нарисован. А, здесь золотой этот ходит. Дурачина. Ничего себе. Ты в своем уме? Давай падай уже. Все, вот видишь, достаточно тебе. А все, больше здесь никого, ничего нет. Мы только камни получили. Вы серьезно? Я думал, здесь... Я ожидал тут чего-то такого. Вау. Очень крутого.
Опа, опа. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мамушки. Смотрите, что там есть. Там что-то лежит. Блять, там сундук лежит. Как мне до него добраться? Как вот эту всю дрянь пропрыгать? Тихо, тихо, тихо. Оп. Ну и все. Неужели у нас получится? Охренеть, охренеть, охренеть. Я пока молчу, все. Все, все. Да, 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 сундук мы достали. Походу, очень крутой сундук. Красная оболочка. Ах, черт. Даже страшно смотреть, что это за дрянь. Это щит. Ярко-красный увеличивает урон от огненной бури на 15%. Ну, давайте повесим его. Так. А вот там что есть? А вот там нет ничего. Кстати, я почему-то раньше не думал. Оказывается, можно свободно вот так вот таким способом просматривать локации. Не хочу я спускаться, здесь как-то опасненько спускаться. Я предлагаю все-таки спуститься таким образом. И тот вопрос, который меня интересовал, я все-таки хочу осмотреть. Я все-таки хочу посмотреть, что здесь стоится все-таки, мать вашу. Может, здесь все-таки в лагере какие-то ресурсы будут находиться интересные или нет? Можем мы что-то здесь найти? Так, на стенах здесь ничего нет, абсолютно. Здесь есть трупики. Пустые горшки. Блин, и больше нифига. То есть получается, все-таки здесь царит смерть и пустота. Ну, такое себе. Ладно, давайте приготовим еду. Нам еда в любом случае, кстати, нужна была. А, стоп, не нужна. У нас, оказывается, только бег нужен был. Далеко бегать не будем. Сразу переместимся. Мы же уже знаем, как все это быстро делать. Кстати, очень удобно, когда есть телепорты. Так, 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 так. Нам вот сюда. Нам, пожалуйста, в эту сторону. Ай, да не ори ты так. Прекрасно, прекрасно, мы запрыгнули. Мне нравится этот расклад событий. О, кстати, драгоценные камушки. Да я слышу, вы там топчетесь. Топтышкины. Да топтались. Пошли на гриль. Так, я вижу, здесь с этой стороны у нас ничего нет. Здесь тоже все пусто. Вот здесь сидят челики.
Выкуриваем их. Блин, ну их все равно надо побеждать, потому что нужно прокачивать своего героя. И, кстати, я сейчас хочу все-таки где-то возле алтаря остановиться и качнуть его. Так, вот там мы были с вами, кстати. Кто-то там ходит. Ладно, забираем камушки. Камушки и цветочки. Кстати, мы здесь уже 100% с вами были, мы здесь поднимались. Поэтому я предлагаю, в принципе, сейчас спуститься к лагерю, хотя бы просто посмотреть, что это за лагерь. А вот и челики стоят, ждут нас. Помойка. Откисли. Все откисли. А, это босс. С боссом мы сейчас будем разбираться по-другому. С боссами мы уже знаем, как разбираться. Но здесь получается только лагерь. Здесь, в принципе, я смотрю, ничего другого нет. Камней нет. Ну да, такое все пустое. Стамину восстановим сейчас быстренько. Здесь мы проходили с вами. Блин, да я тебя просил трогать. Вот, видишь, получил. Так, сундук мы, кажется, там забирали. Да, сундук мы забирали. По-любому. Ну все, бежим на телепорт. Да чего вы пристали ко мне? Ну вот не трогал я вас. Все, видишь? И побежал я дальше. А, там еще и бегают. Ладно, эти мне интересны. Мы бежим дальше. По тем местам, где мы уже с вами, к сожалению, были. Или к сожалению, или к счастью, в принципе. Я думаю, мы сейчас это увидим. Я думаю, нам сейчас как раз надо будет с вами пробежать к тому телепорту, который... Всегда-то тумана. Блять, как будто ты здесь первый раз. Конечно, здесь всегда так туман.
смысле, здесь синие кристаллы восстановились? Слушайте, чуваки. Бля, здесь все восстановилось. Это классно. Вот это мы сейчас ресов сможем набить. Огонь, огонь. Вот это сила. Ладно, кабанов будем сейчас дубинкой гасить. Все, я думаю, это вообще не проблема. Завалить каб... В смысле? Я же собирал здесь все. Не гоните. Вы серьезно? Это вообще не нравится. Ага, я понял. Ладно, тебя минусанули. Но я же говорю, мне не нравится сама ситуация. Два, три. А теперь моя очередь. Ну просто я реально... Это жесть, это просто жесть. Я реально пробежал по очень многим местам, пособирал огромное количество ресурсов и камней. Я надеюсь, камни все-таки не забрались у меня. Они все-таки, я надеюсь, остались. Что-то звук запоздал. Ну. О, кстати, мы сейчас посмотрим по... Да, прикиньте, хрустальная башня, по-новому переделать все надо. Вообще бред какой-то получается. Или стоп. Нет. А я не могу ничего сделать. А, могу. Ладно, пойдем. Да, все работает, все нормально.
Ладно, давай попробуем завалить вот этого чувака. Золотого. Мне интересно, за него только ресы дадут? Или может какую-то там золотую карту или еще что-то? Иди сюда, сука. Восстанавливаем хилу. Берем щит. И гасим этого мордобоя. Ого. Достанем. Немножко можем пропустить, ничего страшного. Минус. Ресы. Да, получается, нам насыпали только ресурсов. Ладно, я смотрю, не будем мы тогда с вами сейчас заморачиваться. Мы тогда бежим сразу. Блин, кабаны уже загрелись на меня. Я, если что, потом побегаю, ресурсы пособираю. Так, стамину восстановите, пожалуйста, мне и здоровье. Блядь, даже это появилась херня. Эту дрянь мы минусанули. Ну, по крайней мере, там, где мы видим, мы можем сейчас свободно все это пособирать. Я считаю, это будет правильным. Здесь мы пробежать не можем, поэтому будем бежать сейчас по кругу. Бежим сюда, к Саламандре. Мне самому не нравится, конечно, эта ситуация. Ну, ничего не поделаешь. Что имеем, то имеем, друзья. Несмотря на то, что нас тут поимели. Хотя, в принципе, есть какой-то, может, и плюс в этом. Восстановились сундуки, я думаю. Мы как раз сейчас и посмотрим, восстановился он или нет. Да, он закрыт, смотрите. Что мы в нем найдем? А, просто драгоценности мы найдем. Все. Смотрите, в прошлый раз мы там нашли маску или что-то, или щит. Ну, короче, какое-то оборудование. То есть что-то такое... очень полезная. Сейчас мы нашли только ресурсы тоже как бы очень полезны. Они тоже нам очень нужны.
Кстати, мы могли вообще переместиться очень быстро сюда. То есть вышки остались якобы все активны, но в них можно сыграть еще раз. Ну, бред какой-то, честно. Просто бред. А, все, я вижу направление. Правильно, туда бежим? Да, бежим туда, только немножко берем правее. Все, никого из лесных жителей пока не трогаем. Как бы нам нафиг никто не нужен. Вот-вот выход. Стамину восстанавливаем. Да, 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 да. Рассказывайте мне там. Хе-хе. Так, вот и дошли мы до этой миссии наконец-то, да? Мы в прошлый раз немножко опередили события с вами. Ареал обитания саламандр. Где Торя? Туман слишком густой. Кто здесь? Ой, короче, да, все там. О, катсценочка пошла. Отлично. Что это? Яйца саламандры? Не трогай их, позволь мне использовать свою магию. Кто-то нас спалил, беги. О нет, задержите дыхание, это зеленый туман. Охренеть. Вот это экшен. Понеслось. Проснулась, гадость. Очкова, очкова. Давай, давай, беги, беги, беги. Ну, ты забегаешь или нет? Да, говорит, забегаю. Конечно. Источником заражения оказывается логово мутировавшей королевской саламандры. Я должен сделать что-нибудь с этим. Но давайте же пойдем и победим его раз и навсегда. Ну, давайте, пойдем. Она где-то там? Саламандра? Саламандра. Ладно. Побежали побеждать саламандру. Ого, это подземное царство какое-то. Ага, я вижу алтарь, на котором мы сможем апгрейдиться. Но нам до него реально очень далеко. Оказывается, именно здесь саламандры получают чистую воду. Смотрите, гигантские светящиеся грибы словно танцуют. Хм, что с вами? Смотрите на облако над грибами. Храм не храм. Вау, действительно храм. Торя, не засыпай. Ой, как-то все тут долго по тексту. Так, ага. Так, ну что, я так понимаю, нам надо спускаться вниз, но это мы уже сделаем, друзья, на следующей серии. Мы прошли с вами очень много, а что именно? Мы с вами прошли здесь какую-то... здесь вот этот островок. Мы прошли лагерь трупоедов, забрали драгоценные камни с сундуков, здесь убили золотого какого-то челика, вернулись обратно. Пробежали, и сейчас будем драться с саламандрой, мать ее. Сейчас мы ее быстренько одолеем. Ну, по крайней мере, попробуем это сделать. Все, друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Целую, обнимаю, приподнимаю. Пока-пока. До завтра.